Читай кино. Под этим лозунгом в Стерлитамаке состоялась «Библионочь». В городских библиотеках книголюбители попробовали себя в роли режиссеров, сценаристов и художников, сделав постановки по любимым произведениям. Также гости могли обменяться или просто взять заинтересовавшую их книгу. Мы выяснили у горожан, а как часто и какие книги они читают. Не помню даже. Гости из будущего. Больше всего впечатлил то, что мальчик из Костя попал в будущее и забрал одну вещь. И путешествовал, вернулся в прошлое. И за ним девочка вернулась, чтобы забрать эту вещь обратно. Ой, я вообще давно уже не читала никакие книги. Как-то некогда мне, у меня ребенок маленький. Андерсон, сказки. Остров сокровищ. У внука взяла и прочитала. Над пропастью во ржи. Но это было давно. Счастливый случай, но это был детектив. Забыла, я газету читаю. Какая книга? Я только рецепты чего-то. Прям про любовь, про любовь, про любовь. Очень красивая. По мнению экспертов, книги рекордов Гиннесса, самая популярная продаваемая книга – Библия. В мире насчитывается 6 миллиардов ее экземпляров. Второе место принадлежит цитатнику Мао Цзэдуна с тиражом 900 миллионов. А вот третье место занимает современная фэнтези «Властелин колец» Джона Толкина – 100 миллионов книг.